Привет, студент! Приуныл из-за предстоящей сессии? Не унывай, команда «Универ Ньюс» подготовила для тебя много свежих и интересных новостей студенческой жизни. С тобой я, Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь. Хочешь стать успешным? Тогда не молчи. Студентов Казанского федерального обучали ораторскому искусству. А КФУ на всю страну. О чем было интервью с ректором КФУ в эфире общественного телевидения России? До сегодняшнего дня сотрудничество КФУ с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН охватывало в основном физику и медицину. Например, уже ведется совместная деятельность в рамках научно-исследовательских лабораторий, созданных КФУ. Однако старт начала работы каждой лаборатории сопровождался большим количеством формальных, но необходимых пунктов. 11 мая совместные исследования в этих областях в организационном плане становятся ближе и проще для ученых из России и Японии. Подробности узнаешь далее. Один из лидеров мировой науки, Институт физико-химических исследований РИКЕН, активно ведет сотрудничество с Казанским федеральным университетом. РИКЕН – крупный научно-исследовательский институт в Японии. Он проводит исследования во многих областях науки – физика, химия, биология, медицина, технические и компьютерные науки. 11 мая ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН. Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и расширяет список возможных совместных проектов. Во время встречи с президентом РИКЕН господином Хироси Мацумото ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое стратегическое значение. Также ректор КФУ подчеркнул, что подписание общего многостороннего соглашения о партнерстве – это результат долгосрочного плодотворного сотрудничества на протяжении более чем 10 лет в различных областях, прежде всего в физике, химии и биомедицине. Уже оговорено, как именно будет проводиться дальнейшая работа. Прежде всего, это обмен исследователями и сотрудниками, научно-технической информацией, в том числе чтение лекций, проведение совместных семинаров и симпозиумов. Это обмен студентами, научно-техническими исследовательскими материалами. И, конечно, это новые совместные исследовательские проекты. Казанский федеральный очень популярен не только среди студентов. Все чаще и чаще на него обращают внимание федеральные и даже мировые СМИ. Вот и на этот раз в эфире общественного телевидения России вышла целая передача, посвященная одному из старейших вузов страны. Гостем программы «Большая страна» стал ректор КФУ Ильшат Гафуров. От классики к новациям, от абитуриента до выпускника, от выдающихся ученых до университетской культуры. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии «Большой страны» ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ильшат Равкатович, здравствуйте. Здравствуйте. Очередной эфир программы «Большая страна», посвященный Казанскому федеральному, получил название «Золотой диплом». И это не случайно. Сегодня выпускники КФУ являются одними из самых востребованных на рынке. А сам университет уже вплотную приблизился к мировой вузовской элите. Секрет такого успеха и попытался раскрыть перед многотысячной аудиторией ведущей программы Павел Давыдов. То есть у вас такая уникальная большая площадка, не только образовательная, но и производственная получается. Знаете, сегодня университет – это центр науки, центр образования и центр технологий. Да? Мы стали определенной корпорацией, учебно-научной, технологической. И сегодня мы ведем переговоры с руководством Республики Татарстан. И есть огромная поддержка президента нашей республики Руслана Нургалаевича Миниханова в вопросах передачи нам контрольных пакетов акций инжиниринговых центров, которые были созданы на площадке республики по федеральным проектам, по федеральным программам и будут служить для нас площадкой для трансфера наших технологий. Развитие Казанского федерального в последние 3-4 года не оставило равнодушными не только авторов «Большой страны». В эфир программы поступило очень много вопросов от телезрителей. Вопрос от телезрителей наших. Почему российские вузы уделяют такое внимание привлечению иностранных студентов? Не ущемляет ли это права нашей молодежи, уменьшая вероятность их поступления? Мы уделяем этому большое внимание по одной простой причине. Во-первых, те, кто у нас обучаются, в дальнейшем становятся носителями нашей культуры, идеологии. По крайней мере, они больше узнают нашу страну. Да? И это особо важно в сегодняшней ситуации. С другой стороны, считается, и это на самом деле так, что если к нам едут иностранные студенты, то качество образовательных программ у нас достойно. Полную версию программы «Большая страна» с Ильшатом Гафуровым вы сможете посмотреть на нашем сайте, а также на сайте общественного телевидения России. Александр Александров, Универньюз.
А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Web News. мая в Казани состоится грандиозная благотворительная школьная ярмарка, которая объединит учащихся сразу нескольких учреждений города. Все вырученные средства будут направлены в помощь хоспису имени Анжелы Вавиловой, детским домам Казани, многодетным и малоимущим семьям, а также болеющим детям. Торжественное открытие мемориальной доски на доме, в котором жил Флорид Акзамов, первый декан факультета журналистики Казанского университета, должно состояться 19 мая, в день печати Республики Татарстан. Сейчас на установку мемориальной доски Акзамову собраны средства в размере 30 537 рублей из 180 тысяч рублей. 15 мая в Казани частично ограничат движение транспорта. Дороги закроют на время подготовки и проведения в городе всероссийских соревнований «Казанский марафон 2016. Проверь себя», приуроченных к Международному дню памяти умерших от СПИДа. На Казань-арене пройдет коллективный намаз. Около 10 тысяч человек примут участие в 4-м республиканском ифтаре. Мероприятие пройдет на территории стадиона Казань-арена 10 июня. Аналогов такому ифтару по масштабности нет больше ни в одном регионе России. В Татарстане пройдет день посадки леса. Акция успешно проходила на территории республики уже 10 раз. За это время количество ее участников превысило более 1 миллиона человек. Идею с удовольствием подхватили студенты и школьники, сотрудники предприятий и организаций, министерств и ведомств, ветераны. 12 мая в КФУ состоялось награждение организаторов студенческого марша Победы. Награждали директоров институтов, деканов факультетов за помощь в проведении этого масштабного мероприятия. Также отметили и труд медиа-центра КФУ. Напомним, что 30 апреля наш телеканал вел прямую трансляцию студенческого марша Победы. В КФУ состоялось совещание, посвященное подготовке к 28-й международной олимпиаде по информатике среди школьников. Археологи КФУ законсервируют фрагменты фресок, найденные при раскопках Богородицкого собора, построенного на месте обретения чудотворной казанской иконы Божьей Матери. Вспомните, когда вы последний раз выходили на сцену или читали доклад перед аудиторией? Что вы чувствовали? Волнение, дрожь, желание сбежать? Мысли сбивались в кучу, речь была прерывистой и неуверенной? А теперь представьте, вы стоите на сцене и продвигаете свои идеи. Люди не просто смотрят на вас, они завороженно слушают и даже аплодируют. Хочешь воплотить это в реальность? Тогда смотри наш следующий сюжет. Грамотная речь всегда считалась залогом успеха. Каждый оратор должен уметь моделировать тембр голоса, произносить нужные фразы с правильной интонацией, а также улучшать культуру речи в целом. Этому и многому другому обучал студентов Казанского федерального известный телеведущий Тимофей Вагнер. Мероприятие, организованное бизнес-кейс-клубом КФУ, было посвящено знакомству с навыками, позволяющими уверенно выступать перед публикой и успешно проводить переговоры. Ораторское искусство – это тот самый главный инструмент, которым пользуется любой успешный человек. Если вы обратите внимание на любую сделку в бизнесе, на любую презентацию, да даже курсовую защищать, надо делать это красиво, надо это делать органично, чтобы вам поверили те люди, которым вы доносите какую-то информацию. Поэтому ораторское искусство – это самый важный инструмент 21 века. С помощью него можно решить любые вопросы, в том числе дипломатические, политические, экономические. В общем, ораторское искусство – это будущий предмет, мне кажется, в любом вузе. Гость университета начал мастер-класс с вопроса слушателям, чтобы они сами хотели узнать. В основном студентов интересовало, как удержать внимание слушателей на себе, как легко установить контакт с любым собеседником и, конечно, как перебороть страх перед выступлением. Ну, это, наверное, самый популярный вопрос, как побороть страх. Просто выходите и борите его. Тут ответ только один. Надо выходить, преодолевать себя, с собой побороться, выйти и выступить. Все. Студенческий мастер-класс был проведен в стенах вуза не случайно. Как отметил ведущий, специалисты, отлично владеющие ораторским мастерством, всегда будут востребованы и смогут легко найти работу. И не секрет, что таких людей немного. Они всегда выделяются среди окружающих. Как правило, они становятся успешными руководителями, политиками, бизнесменами, журналистами и находят себя во всех профессиях, что еще раз доказывает, что риторика играет наиважнейшую роль. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз. Пересадка кожи – сложная операция, чреватая многочисленными осложнениями. Но эта процедура незаменима при обширных ожогах, ранах и язвах. Как усовершенствовать технологию пересадки кожи, предложили молодые ученые КФУ.
Сегодня в мире не проводят пересадку свободного кожного лоскута людям, потому что он отвергается. Пересаживают только лоскут на сосудистые ножки, что требует кропотливой работы хирурга и долгого времени для приживания материала. Соответственно, это отражается на эстетической части процедуры, особенно если речь идет об операции на лице. Над этой проблемой задумались ученые Казанского университета и разработали модель для изучения действия лекарственных препаратов на пересаженный свободный лоскут кожи. С результатами исследования они выступили на международной конференции в Санкт-Петербурге, и жюри удостоило их дипломом второй степени. Мы проводили операцию на крысах, мы брали свободный кожный лоскут у крысы, и, естественно, он отторгался, но на самом деле уже сегодня производится испытание препарата, пока секрет какого, который позволяет сосудам прорастать в область лоскута, и при этом лоскут лучше приживается, и есть возможность, что со временем полностью будет приживаться лоскут. Исследователи планируют и дальше проводить опыты этого препарата, чтобы узнать, будет ли он эффективен для человека. Но результаты экспериментов на грызунах весьма внушительны, при том, что до казанских ученых этот метод никто не применял. До этого это вообще были многостадийные операции, которые где-то требовали полугода времени, чтобы пересадить лоскут кожи со здорового места на поврежденное. И через некоторое время, возможно, мы сможем пересаживать свободный кожный лоскут на поврежденное место, буквально, я не знаю, за одну операцию. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. До скорых встреч!